Псалом. Да нормально, я здесь могу. Псалом 64. 64. Вы любите псалом? Здесь так много. Давайте сначала посмотрим 62. 62 со 2 стиха. Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют тебя, восхваляют. Мы только что восхваляли его. И я верю, что мы к этому призваны. А у нас так классно на молодежке, вам не кажется? Мне кажется, что нам пора уже не отсиживать здесь эти стулья, а то они быстро износятся. Пора уже что-то делать. Как вы думаете? Да? И поскольку мы молодежь, у нас хватает куча энергии, чтобы что-то делать. Я думаю, что пора уже славить Бога, как здесь написано, делами. Здесь написано, что буду славить тебя, буду поднимать мои руки и так далее, и так далее. И Давид, помните Давида? Давид не был просто поклонником Бога. И Бог его назвал человек по сердцу Бога не потому, что он танцевал для него, и потому, что он ему поклонялся. А помимо всего этого, он еще прославлял его делами. Скажи аминь. И поэтому я верю, что мы с вами можем что-то делать, какой-то проект молодежкой, чтобы прославлять его делами. Например, пока Ани нет, я могу говорить о чем угодно. Ну, например, Новый год приближается. Вы помните, что Новый год приближается? Уже декабрь, поздравляю вас! Это наше первое воскресенье зимою. Поэтому хотелось бы отпраздновать Новый год, как мы всегда празднуем в церкви. Но хотелось бы отпраздновать Новый год с другим контингентом. Вам бы не хотелось, чтобы Новый год был не просто ты и я. Мы бы хотели, чтобы уже как-то... Ну, когда... Ну, у нас будет время для ты и я, когда нам будет по 40 лет, и у нас будет по трое детей там или еще что-то. Вот тогда можно ты и я, и съехались вдвоем, и две семьи посидели. А пока месть, можно, мне кажется, делать 50 и 100 человек, и сделать что-то вот такое яркое, классное событие, которое мы будем помнить очень много лет. Вам так не кажется? И чтобы после него у всех была куча впечатлений, куча воспоминаний, когда-то у нас были костюмы и так далее. И я думаю, что за очень короткое время у нас остался, ну сколько, меньше месяца подготовиться. Программа уже готовится. Программа готовится. Но я думаю, что просто прийти наряженным, это будет не так весело. Ну знаете, нарядиться обычно там беленькую рубашечку, галстук. Это никак не очень, да? Поэтому мы снова же делаем костюмный, как там называется? Маскарад. Вход должен быть в костюме, маскараде. У нас когда-то были, какая там тема была? 60-е, да, или что-то? Да, было 60-е. В прошлом году, 60-е. В каком-то году, в общем.